Но мне кажется, уже ни для кого не секрет, что для того, чтобы иметь успех в каком-то определенном деле, нужно вкладываться в рекламу в любом случае. И наравне с телевидением, естественно, существует площадка интернет. Это все очень популярно, это тоже вроде как работает. Как у вас с соцсетями, ребята, честно скажите? Я не веду соцсети. Очень сложно. То есть у меня аккаунт, если говорить про мою работу, то есть я веду много очень мероприятий. И по сути, что нужно делать и как правильно это делать? Показывать. Надо обязательно вести, надо показывать. Нужно, чтобы активность у тебя была там с твоей аудиторией. Но я другого времени человек, я за этим не успеваю. Но я сказал себе, что я в следующем году я найму специально девочку, которая будет это, потому что это нужно. Сейчас нет, ну то есть потому что у меня все равно на 20 лет я этим занимаюсь. Потому что я популярный. Ну, знаешь, это просто, но многие не хватает. К примеру, там, знаешь, у меня был, я полетел на, ну, там, где-нибудь там вести юбилей на Алтай. А у тебя фоток нет? Ну, нет, там я полетел, потому что такое бывает. А очень часто, к примеру, тебе звонят там с Питера и говорят, а пришли мне что-нибудь там, какую-нибудь нарезку? Я говорю, у меня нет этой нарезки. И, соответственно, ну и все, и такие, потерял. 100%, да. Поэтому Даша, я думаю, что... Тебя. Я не настолько медийна, как Иван, но и вообще соцсети — это моя боль очень сильная. Каждый год боль. Себе говорю про то, что найму нужно девочку, начинать. Да, вот найму это. Девочку, найму мальчика, найму кого-нибудь. Пытаюсь сама там, опять же, по эмоциям там выкладывать и так далее, но все очень плохо. У меня самая лучшая реклама — это сарафанное радио. Да, да, то же самое у меня. Ну, понятно, вы староверы. Просто старый, давайте просто так. Просто мы старики в программе «Жить легко». Ты на экране себя видела, сейчас люди видят красивую девушку, и она такая сидит и говорит, я старая, куда уж там, не прибедняйтесь. Все, я поняла, вы староверы в этом отношении. Я предлагаю тогда разговор продолжить с человеком в этом разбирающимся. Значит, смотрите, к нам пришел Владимир Пирогов, и сейчас я его объявляю не как SMM-менеджера, а как маркетолога и продюсера. Вов, заходи к нам, пожалуйста. Привет, привет. И сразу тебе в лоб вопрос. Если ты продюсер, еще не сел. Дай продюсеру сесть. Ну давай, сядь как продюсер. А что случилось? Конечно, продюсер. Это самая популярная шутка. Всегда, вот все всегда шутят на этот счет. А вы точно продюсер? Ну, это так сложилось просто из 90-х, из нулевых, когда продюсер — это тот человек, который именно продюсирует больших звезд, крупные там проекты всероссийские. Сейчас это немножко тенденция изменилась, и вообще это же заграничное слово, и это человек, занимающийся именно продвижением проекта, его наполнением, как он будет позиционироваться, ищет партнеров, ищет коммерческую составляющую. То есть есть продюсеры фильмов, певцов, проектов, образовательных продуктов. Я конкретно сейчас? Ну так, подожди, без фамилии. Людей, проектов. Проектов. Профессии. Ага, вот проектов, смотри, сейчас профессии. Я тебе еще раз сразу. А, ты раньше назывался SMM-менеджером, правильно? Да. А почему ты переобулся? К тебе столько людей обращались. И я знала, что там, если нужно кого-то там продвинуть в соцсетях, это надо к Вове обратиться, он сразу быстренько что-то придумает. И ты теперь вдруг, во время того, как люди ищут девочек, чтобы они вели соцсети. Это условно. Ты говоришь, это прошлый век, и больше личный бренд не работает. Вот, пожалуйста, прокомментируй. Да не переобулся, просто вырос, потому что SMM — это составляющая маркетинга и продюсирования. Потому что SMM, что это? Это social media marketing, то есть маркетинг в социальных сетях. А помимо социальных сетей есть журналы, есть телевидение, есть газеты, есть мероприятия, есть различные инфоповоды. Вот сейчас очень сложно у людей с созданием каких-либо инфоповодов, поэтому в интернете... Катя Лель зубы потеряла. Да, вот Катя Лель, инфоповод? Это инфоповод, это ее инфоповод, она увидела другой инфоповод про пришельцев. Она долгое время там тоже эту тему качала про пришельцев. И мне кажется, она вообще немножко там связь с высшим я каким-то. И она решила в своей тематике использовать эту историю как инфоповод. То есть она взяла другой инфоповод и создала свой инфоповод, как сказал Иван, все правильно, о себе напомнить и рассказать. И, возможно, это, да, была коллаборация с какой-нибудь стоматологической клиникой или врачом. 100%. То есть здесь все настолько всегда в маркетинге, в продюсировании и в СМ должно быть между собой переплетено для того, чтобы это было эффективно. Но бывает неэффективно и просто занимаются тем, что снимают
трендовые видосы или делают красивые шаблонные ленты. И вот это вот, я не говорю, что это, ну, не то чтобы прошлый век, но очень многие инструменты, которые используют местные и региональные СММщики, специалисты и маркетологи, они уже не работают так, как работали. Мы сейчас на коте помоем, конечно. Давай. Да. Знаете, хочется напомнить слова классика. Не верю. Вот когда я смотрю вот это все вырезанное, я думаю, ну, господи, вы прям вот всегда так живете. Да. И просто... Я не знаю, никогда для меня не работала реклама в социальных сетях. Я в нее никогда не верил. И когда мне писали там даже там мои там знакомые какие-то товарищи бизнеса, Ваня, ты можешь у себя там на страничке вот это, я всегда говорил, ребята, и я если это делал, я делал либо просто потому лично, что я знаком с этим, либо продуктом, либо с этими людьми. Я просто так рекомендовал чисто от себя, потому что я их знаю. Но никогда не делал такого, что мне там запилили денег, и я такой говорю, этот майонез самый восхитительный. Объясню, почему это не работает. Объясню, почему 100%. Когда я вижу из своих там знакомых, которыми я общаюсь прекрасно, у меня замечательные отношения с ними в этом городе. Когда я вижу своих знакомых, которые я сразу вижу, что это реклама. И люди, я уверен, как и я, другие, они сразу понимают, что это человеку дали денег, и он просто говорит, это мое любимое кафе. Завтра я вижу этого же человека, он говорит, а это мое любимое кафе. Ну, вот, да. У меня нет никакого доверия ни к одному вообще. Ну вот, если говорить там, работает личный бренд. Но в этом это настолько перемешалась реклама в местных сетях, что у меня нет никакого доверия к этому. Ну, именно не то, что к человеку, а вот то, что мне говорит, что здесь супер, да. Просто. Здесь Вова, тебе сделают зубы. Ну давай тогда подключись. Что пока... это, не работает, правда? Ну, не всегда. Не всегда. То есть здесь очень важно понимать, опять же, личная рекомендация Вани это тоже своего рода реклама, только не проплаченная. Да, но если я буду рекламировать карбюраторы, мне кажется, что это вообще такое? Мне кажется, мне никто не поверит. Абсолютно. Опять же, почему не работает? Потому что на этой неделе один там из лидеров общественного мнения там, или блогер сходил в одно заведение и рассказал о том, что здесь супер классный Пушкин, он же не может, да, за заплаченные ему деньги сказать, мне не нравится. А на следующей неделе он идет в другое кафе и говорит все то же самое. И так проходит 3 месяца, 4, там, полгода. Он ты живет понимаешь, в кафе? Что человек уже рекламирует просто потому, что ему заплатили. Просто потому, что он есть любит. У нас были, да. У нас были и есть лидеры мнений и блогеры, которые ходили по заведениям и говорили, даже несмотря на то, что заплатили, они говорили, если мне не понравится, я об этом скажу. Вы уж меня извините, но если сервис у вас не такой, то я обязательно об этом скажу. Это классно и правдиво. Их немного, и они, как правило, уезжают на Запад. Да, их очень мало. Этого уже. Ну, потому что это вот в этой сфере, в маркетинге и вообще в продвижении, когда ты говоришь, высказываешь свое какое-то мнение, нужно быть готовым к тому, что реклама станет у тебя чуть меньше. А если ты постоянно всех хвалишь, обо всех рассказываешь, опять же, это утыкается в то, что предприниматели, владельцы бизнеса хотят, чтобы их продукт рассказали максимально хорошо. Многие затирают свои какие-то ошибки и прочее, и говорят, ой, об этом не рассказывайте. Но я всегда удивляюсь и говорю, ну люди же к вам придут, они же увидят. То есть вы обманываете потребителя. Я свои соцсети уже полгода, наверное, не веду. Вот откровенно, честно. В прошлом году меня вообще в ноябре заблокировали. У меня страница была 10 тысяч подписчиков в Инстаграме. Запрещенная, кстати, соцсеть в России. Да, запрещенная соцсеть в России. И вот тебя там и заблокировали. Вот меня поэтому там и заблокировали. Вот. И, собственно, сейчас я свои соцсети вообще не веду. И мне жить легко, ты должен был сейчас сказать. И мне жить легко. И прекрасно себя чувствую. Смотри, мы тут все не ведем соцсети. Кроме Марии, ребята. Кстати, знаешь, почему я тебя позвала? Потому что ты честный. Ну-ка давай вот честно. Хабаровские блогеры, вот ты бы сам свой продукт раскручивая, к ним обращался? Обращался, ко многим обращался. Так ты себе противоречишь, ты говоришь, вот они ходят, одно и то же делают, про одно рассказывают. Я обращался и рекламировал разные услуги. И здесь очень важно понимать, когда обращаешься, что нужно прописать конкретно техническое задание и сказать, о чем вы хотите, чтобы этот человек рассказал, и как рассказал, и как подал. То есть это главное, инфо-то дойдет. Да. То есть, информация, которую ты подготовил, конечно. Многие так не делают. Многие заказчики сами не понимают, как это работает, просто зовут. И многие СММщики отучились у шаблона, там, условно, у какой-нибудь Александры Митрошиной. Или книжка. Или книжку прочитали. И они понятия не имеют, как нужно подать рекламу у этого лидера мнений. И они просто заказывают рекламу,
просто говорят, ну, прорекламируйте нас как-нибудь, а потом сидят и такие, ой, нас так плохо прорекламировали. А что вы хотите? А тут еще, вы мне не кажется, дали техническое важно. Задание. Половина людей, они сидят и делают из себя вид, вот прочитав эту книжку. Мне... Это абсолютно верно. И они нет никакой... Нет никакой конкретной задачи. Нет никакой истории. А вот именно, что, мне кажется, маркетинг, это как раз создать ту историю, создать какую-то, не знаю, интригу, тайну, посеять зерно, чтобы оно потом выросло. Есть начало, есть предыстория, есть конец у истории, не просто «дайте денег, скажи что-нибудь», и все. Это просто люди на местах, они передают информацию и связываются просто с... Да. Мне тут еще кажется момент, когда заказчик идет к какому-то конкретному блогеру, он должен четко понимать, что блогер соответствует твоему продукту или не соответствует. Целевая аудитория. Да, нужно понимать. То есть, вот я говорю, как про если зубы, открытие. Катя Лель. Если красивая борода, Ваня Вервинского. Это точно нет, я же не ухаживаю за собой. Душ, крем для лица. Ваня, опять ты просто. Фен. Да, здесь три кита. Сразу красиво. Очень важно даже понимать бороды. Целевую аудиторию и желательно не гнаться за количеством подписчиков у лидера. А ты накручивал себе подписчиков, честно, в соцсетях? Давай, честно. Владимир. Нет. Честно, нет. Я, конечно, занимался масс-фоловингом по определенной цели. Это что такое? Звучит как матершинное слово какое-то. Масс-лукинг был. И сейчас до сих пор эта история работает. Uh-huh. Это когда ты берешь определенных, например, блогеров в социальных сетях, у кого есть аудитория. И воруешь автоматически их подписчиков. И по подписчикам проходишься, по их подписчикам. Ну, потому что как бы, целевая лайки? Аудитория. Ставишь лайки, оставляешь коммент. Это работает. Потому вот что, но если у тебя страница хорошо оформлена, если у тебя есть какая-то информация, которую ты транслируешь. Они подпишутся. Они подпишутся. А если ты не ведешь соцсети и просто сидишь всех подряд лайкаешь, они заходят такие... И? А толку? Слушай, Вов, ты несколько раз сегодня сказала о том, что есть лидеры общественного мнения. Это кто такие? Это люди. Это вот давай примеры хотя бы. Лидеры общественного мнения? Вот мы вот... лидеры общественного мнения? Ты точно, да. Ты точно. Ваня. А меня никто Ваня не знает. Своего, Ваня своего рода тоже, да, но ты на своих своей, информационных своей, каналах, да, на сарафанке. Я в своей аудитории. Тоже. Даша среди девушек, которые хотят красиво выглядеть, условно, да, тоже. И мальчиков, кстати, и простым языком. Вот давайте представим, что мы в школе, есть определенный кружок, в этом кружке есть лидер, и у него есть люди, которые за ним идут. Лидер общественного мнения – это человек, у которого есть какая-то аудитория, которая прислушивается к его мнению, которая следит за его образом жизни, покупает то, что он хочет. Условно, Ким Кардашьян тоже лидер общественного мнения, но да, мировой. Безусловно. И здесь очень важно понимать, что есть мировые лидеры, есть российские, есть региональные, есть городские, а есть мини-ребята, у которых там 1500 человек какие-то, но они их там сами с ними знакомы. Вот они были активные в школе, активные на работе, там ходят куда-то по заведениям, их знают. Или их смотрят. У них есть охваты, они ведут определенный контент, делают свой какой-то. Они не льют тонну рекламы, чтобы от них ну, вот так вот... Еще когда у тебя есть кредит доверия, к примеру, я приезжаю там за город на какую-нибудь вот базу, условно, сейчас без там реклам буду говорить, мне там нравится. И все люди, которые, и моя там живая аудитория разная, они знают, что я люблю этот активный отдых, я их не обманываю. И когда я просто пишу рекомендации, говорю, что мне не заплатили за это, говорю, мне кайфанул я здесь, мне очень понравилось. Они реально приезжают туда. Потому что у них есть определенные кредиты. Потому что ты лидер мнений. Например, если бы я открывал здесь семейный какой-нибудь детский магазин или для мам, я бы 100% позвонил бы тебе в первую очередь, сказал, Маша, помоги мне, ну вот расскажи о моем месте, о моем магазине, потому что у тебя есть аудитория этих мам с детишками, там, и вот это твоя, понимаешь? Это твоя. То есть если бы я открывал ночной клуб, я бы тебе не звонил. Ну вот коротко. Собственно, мы с вами все поняли. Во, спасибо тебе за наш разговор. Разнес, конечно, ты блогером хабаровским, не знаю, как ты пойдешь. Два новых слова у нас появилось. Я вообще считаю, нужно относиться ко всему этому проще. Просто у нас куда ни плюнь, то суперблогер, то суперфотомодель. Ведите, пожалуйста, все попроще. Все такие, и все кому-то что-то пытаются доказать через свой контент, что они самые-самые лучшие. Главное, хоть бы с ошибками не писали. Выдохните, расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью. Продюсер дело говорит. Ты продюсер стиля. Я теперь поняла, ты точно продюсер. Спасибо тебе большое. Мы увидимся после рекламы.